Ромни благословили на битву с Обамой посреди урагана. Республиканская партия США официально выдвинула Митта Ромни своим кандидатом на пост президента страны. За проголосовали более 2000 делегатов съезда во Флориде. Он едва не был сорван ураганом Исаак. Для выдвижения политику было достаточно 1144 голосов. Участники съезда встретили объявление результатов голосования волной аплодисментов.